Привет всем, дорогие зрители и читатели! Сегодня я нахожусь на прекрасном тропическом острове Панган, который находится в Таиланде, недалеко совершенно от Самуи. И сейчас мы находимся на очень интересном, я бы сказала, даже секретном пляже. Пляж называется Bottle Beach, находится он на севере острова. А секретный он потому, что сюда добраться на самом деле не так просто, просто потому что дорог нет. Вот, но мы это сделали, мы добрались сюда, вот наслаждаемся этой прекрасной природой, этим видом. Вода здесь совершенно прозрачная, плавать одно удовольствие. Вот. Кроме того, сейчас вот у нас на дворе 8 июля 2014 года, и это низкий сезон. Сейчас жить на Пангане можно практически за символическую плату, если не хотите ночевать на пляже в гамаке, что, кстати, очень тоже неплохо. Можете снять себе номер, стоимость от 3000 рублей, то есть в месяц. Можно прожить на такие деньги здесь, на Пангане. Это на самом деле удивительно и очень классно. Народу вообще почти никого. То есть просто райское местечко на самом деле. Приезжайте сюда в это время. Я думаю, что вы будете приятно удивлены. С вами была Кира Штафун. Хорошего вам отдыха. До новых встреч.